Здравствуйте, мои дорогие, кто меня знает, кто меня не знает, меня зовут Алексей. Сейчас мы с вами посмотрим, что у нас творится с рублем. Но я вам говорил, что будет... Так, погодите, стрелочку уйти, я пока не буду смотреть это видео. Я вам говорил, что будет экономика сильно проседать, она еще более сильно просядет. Она просядет. Сначала выровняется чуть-чуть, потом просядет снова, потому что денежку неоткуда брать. Сейчас мы с вами посмотрим, что у нас творится с рублем и что у нас будет с ним происходить. Так. Это рубль. Карты, скажите, пожалуйста, что у нас будет с рублем в ближайшие 3-4 месяца 2023 года? Будут пытаться стабилизировать, там женщина какая-то будет пытаться стабилизировать, что будет на самом деле? Ну, давайте посмотрим, погадаем. Карты тусуются, кстати, неплохо, потому что, я так понимаю, карты уже знают, чего да как. Чего да как будет. Экономика, кстати говоря, это первое, что повалится. Человек в родном доме будет говорить, что все нормально. Так, даю пояснение и расшифровку. Здесь мужчина какой-то будет говорить. Будет говорить, выходить, будет говорить в своей работе о том, что все нормально. Разговоры темные, разговоры мне не нравятся. Мужчина будет говорить о деньгах. Мужчина будет говорить о деньгах, о том, что все нормально. Мужчина в родном доме. Все нормально. Тут не надо ничего это. Все нормально. Он будет говорить все нормально. Но речь у него будет какая-то плохая. Не знаю, плохая речь. Что выпадает по ситуациям? По ситуациям выпадает вор. Вор выпадает. Потеря чего-то нужного. А потеря почему-то идет. Сейчас. Триплет расшифрую. Женщина. Женщина будет говорить. Потеря идет. У вас идет потеря. Женщина будет говорить, женщина, когда будет говорить, она будет говорить о потерях. Вот нужно смотреть женщина, что будет говорить. Женщина будет говорить правильно. Это скорое время. Это месяц-полтора. Скоро, очень скоро она будет говорить, что потери у вас идут большие. За женщиной следите. Дальше. С чем вор связан, я, честно признаться, не понимаю. Почему вор здесь выпадает? Но я так понимаю, что кто-то, возможно, выводит деньги. Кто-то финансы, возможно, выводит. Это не спекулянт. Человек в... Вот он в чем-то. В чем-то, в каком-то деле участвует. Возможно, даже официальное дело, государственное дело, какой-то человек в... Либо люди. Но здесь, скорее всего, человек один выпадает. Что-то он делает. Не знаю, может, люди выпадают. Дальше. Успех через мучение. Увенчается ли успех через мучение? Пустая болтовня. Нет, здесь будут пытаться стабилизировать ситуацию, но ситуация не стабилизируется, потому что здесь дама выпадает. Пустые хлопоты.
Дальше. Вознаграждение. Здесь идет стабилизация ситуации за счет чего-то. Мир с врагом. Ой, погодите. Десятка. Девятка. Если бы здесь десятка лежала, здесь бы можно было говорить о мире. Мире с врагом. Но здесь не мир выпадает. Здесь у нас идет ссоры на работе. Дележка, что ли, какая-то будет здесь, потому что большая прибыль выпадает. Точнее, вознаграждение. За счет чего-то стабилизация и ссоры. Как будто, может, дележка какая-то будет, я не знаю. Сейчас еще раз посмотрю. Здесь попытка стабилизации идет. Женщина будет говорить, что стабилизацию нельзя будет осуществить, потому что ресурсов нет. Здесь вымученные деньги, малые деньги, трудным путем. Где-то что-то будет браться, но этого будет явно не хватать. Самое интересное будет третий-четвертый месяц. Вот здесь вот. Третий-четвертый месяц. Вот тут выпадает самое интересное. Это у нас сентябрь-октябрь. Ну да. Удар идет. На. Снизу. Сверху начал. 9. Выздоровление. Будут пытаться оздоровить. Выздоровление. Будут пытаться оздоровить. Это фоном выпадает. Будут пытаться оздоровить. Привнести здоровье, здоровую нотку. Сейчас посмотрим, что увенчается успехом, не увенчается. Переговоры, либо договор какой-то. Скорее всего, переговоры. Бизнесмен, успешный мужчина. Здесь попытка стабилизации при помощи бизнеса. Бизнесмен. По помощи бизнеса стабилизация пытаться осуществить. Ну, я читаю, как оно есть. Пытка стабилизации при помощи бизнеса. Бизнесмен. Бизнес. Дело. А много денег вообще попытаются взять? Много денег. Много. Много. А попытка с бизнеса взять довольно-таки много, потому что дама пик это очень много, я так понимаю. Это может даже все. Может сверхприбыль? Я не знаю, но здесь дама – это как бы крест вообще на ситуации. Дама – это как бы, ну, много. 70-80% чего-то, возможно, 7-8 выпадает. Много чего-то выпадает. Здесь вот при помощи бизнеса. Это очень скорое время. Очень скорое время. Трата какой-то суммы денег на что-то. Не знаю на что. Трудности в коллективе, предприятии. Мало денег. Мало денег. И будет спор, на что их потратить. Мало денег. Трата малых денег. Непонятно, на что их тратить. Люди спорят. Пока не знаю, на что потратят.
Опять же, здесь почему-то выпадает та же самая вознаграждение. Я не знаю, за что это вознаграждение. Обсуждение человека. Не могу понять, почему-то карты показывают на 3-4 месяц вознаграждение. Не могу понять, что это значит. Вознаграждение за что-то, кому-то. Третий-четвертый месяц вознаграждения, это у нас что значит? Почему-то вознаграждение выпадает. Вознаграждение ближнего круга. Пустые хлопоты о маленьких деньгах. Понимаете, здесь суть в том, что карты хотят показать, денег мало, и их непонятно на что тратить. Здесь конкретно карты показывают, денег мало, деньги трудным путем, и их непонятно на что тратить. А плюсом, если с бизнеса денежку взять, последствия в течение 2-3 месяцев очень сильно скажутся. Очень сильно скажутся. Вот поверьте мне. В течение 2-3 месяцев следствия будут. Сейчас еще влияние экономики на все остальное я посмотрю. Отдых либо путешествие. У меня такое ощущение, почему-то вот 3-4 месяц, они какие-то блокирующие выпадут. Там как будто вот вознаграждение, оно идет как... вот, допустим, знаете, есть деревня, а есть у нее вече, да, народное вече, наверное, так лучше сказать. Я иносказательно говорю. Вот есть деревня, а есть народное вече. Народное вече собирает деньги на постройку дорог, на покупку лошадей, на формирование войска там, и так далее, и тому подобное, на ополчение, на закупку пороха. Вот, есть народное вече. В деревне произошел пожар. Допустим, пожар произошел. И вот эта народная веча, чтобы не отвечать перед народом, берет сундук с деньгами и восвояси пускается. Потому что путешествие, я не знаю, как его трактовать. Вот путешествие идет, путешествие. Отдых либо путешествие. Причем ближний круг здесь выпадает, какой-то ближний круг, какой-то 10, десятка, это что-то вот ближнее. Но у меня такое ощущение, что как будто что-то делить будут. Помощь от женщины. Еще раз повторюсь, на женщину смотрите внимательней, она будет говорить. Женщина тут будет говорить. Влияние на непосредственно экономику. Экономика на твою экономику. Экономики. Экономика, да, сильно влияет. Хлопоты, да, хлопоты очень сильно влияют. Недовольства будет много. В народе недовольства будет много, кто бы что ни говорил. Влияние экономики на политику. На политику непонимание, непонимание, как работает, непонимание, почему так происходит. Тут непонимание, понимаете, здесь непонимание. Есть четкое разделение на вменяемость и невменяемость. Я так скажу. Больше я ничего произносить не буду. Дальше. Печаль, меланхолия. Разрыв отношений, отмена договора, либо какой-то свадьбы, заключение чего-то.
Раздрай. Дальше. Влияние на народ. Все, что внизу, выпадает, это фоном. Это не доминантные признаки, это рецессивные, то есть это скрытое. Это фон выпадает фоном. Печаль. Люди в печали. Поход в гости. Поход в гости выпадает. И опять же, почему-то выпадает помощь от женщины. На женщину смотрите. А на народ пока влияние минимальное. На ход будущих событий экономики. Будущие события, там, что оно, на что оно повлияет вообще. Король с дамой встретятся. Скрытый враг. Hidden enemy. Скрытый враг. Король пик. Скрытый враг есть. Внезапное расстройство. Хорошая новость, реализация планов, но внезапное расстройство выпадает. И почему-то реализовать какие-то планы будут пытаться, но они расстроятся. Тут расстройство выпадает. Плюсом хочу сказать, здесь выпадает туз, дама, пик. Две самые плохие карты. И последний вопрос. По рублю чего нам ждать? Рубь, как у нас будет? А вот они и выпали карты. 90. Будет в пределах 90 держаться. Это в ближайшие 1,5-2 месяца. Дальше сказать не могу. Очень тяжело. Потому что дальше будет осень. Осень — это очень опасное время. Я предупреждаю сразу, очень-очень опасное время осень. Очень опасное. Оно вот на подступах уже опасное, потому что здесь будет, я так понимаю, какой-то переход. Переход будет осуществляться очень... Вы знаете, когда у вас, допустим, есть мельница ветряная, и она ржавая, она 10 лет не работала. И механизм без смазки приходит в движение. Это очень опасно. А у вас в мельнице, прямо в самой мельнице, люди... Прямо вот внутри люди. То есть она может развалиться, она может... Все что угодно может с ней случиться. То есть абсолютно. Дальше. Что тут еще карты могут сказать? Мужчина с каким-то интересом. Финансовые разговоры. Разговоры любовные. Обман. Финансовые разговоры. Разговоры любовные. Обман. Мужчина какой-то. Не знаю. Но я думаю, это вот этот мужчина. Какой еще мужчина может быть? Конечно, ты что? Кроме тебя. Нехватка денег, кризис. Это сочетание карт. Нехватка денег, кризис. Пока не банкротство. Банкротство будет. Банкротство не вижу, но нехватка денег очень сильная. Ложь от знакомого мужчины. Вот он выпадает. Ложь, здесь нехватка денег. Острая нехватка денег. Что дальше будет, я не знаю. Я на ближайшие 2 месяца сказал. Ближайшие 3 месяца я не вытяну. 3 месяца здесь не проходят, потому что там идет какое-то вознаграждение. Карты упорно показывают вознаграждение. Какое-то, с чем оно связано, я не могу трактовать. Пока, по крайней мере. Но у меня показывается, что дележка. Доллар будет 90 в ближайшие 1,5 месяца.
что дальше будет, я не знаю, потому что там в какой-то штопор вообще входит все вот это вот. Собственно говоря, вот так вот заканчивается, очень печально. Карты показали точно, сказали точно, без всяких этих самых, в конце, по крайней мере, что кризис, нехватка денег. Будут с бизнеса деньги делать там, потому что бизнесмен идет ближайшие полтора где-то месяца. Там что-то, какие-то выплаты будут пытаться организовать. Неорганизованно, кстати. Вот так вот оно получается. Всем спасибо, что смотрели. Вот оно вот так вот выходит. Как выходит, так и выходит. Я перегадывать не перегадываю. Единственное, что некоторые прогнозы я не выкладываю. Что они какие-то либо очень резкие получаются, либо никакие. Потому что события, я еще раз говорю, не предопределены. И нужно ждать. Нужно ждать действий конкретных людей, действий какой-то там ситуации, чтобы она пришла в движение. Вот, собственно говоря, вот так. Всем спасибо. Всем удачи, здоровья и добра с миром. Денег уже не желаю. Пока всем.